В районной администрации прошло очередное рабочее совещание. Первым вопросом повестки обсудили результаты участия Северского района во всекубанских турнирах по уличному баскетболу и футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. Наши юные баскетболистки 2006-2007 годов рождения в этом году стали серебряными призерами финальных состязаний. Но не все поселения в этом году приняли активное участие в этапах краевых турниров. Управление муниципального контроля передают полномочия по государственному строительному надзору во всех поселениях района. Раньше занимался этим региональный департамент по надзору в строительной сфере, специалисты которого не всегда имели возможность выезжать на объекты в разных муниципальных образованиях. Теперь в Северском районе будут самостоятельно следить за наличием разрешений на строительство и проверкой соответствия объекта параметрам. Осуществлять строительство, допустим, жилого дома на земельном участке. Как правило, к такому уведомлению прикладывается схема, в соответствии с которой это строительство будет осуществляться с указанием отступов и так далее и тому подобное, каких-то характеристик строящегося объекта. После того, как это уведомление будет поступать в администрацию, в принципе, управление муниципального контроля уже может выехать и проверить, действительно ли, допустим, заложенный фундамент находится на расстоянии 3 метров от границы смежного земельного участка, или на самом деле это расстояние меньше. Управление муниципального контроля может в рамках своих полномочий до момента сдачи дома в эксплуатацию и регистрации на него права выявить такой объект и, соответственно, принимать меры по тому, чтобы собственник привел его в те размеры, которые должны быть. Относится это и к коммерческому строительству. Заслушали доклады глав Смоленского, Львовского и Новодмитриевского поселений об исполнении поручений, данных им главой района, после сходов граждан в августе. Где-то нужно было отсыпать дорогу, где-то покосить траву или отремонтировать водонапорную башню. Проблемы минувшим летом озвучивали сами жители.